Друзья, вы снова на моем канале. Сегодня решил приготовить бисквит из яиц, сахара. Нам понадобится кусочек сливочного масла. Буду готовить мультиварку. Мультиварку смазываю дно маслом. Вот так хорошенько промазываю маслом сливочным. Кусочек сливочного масла вот такой вот, чтобы все смазалось и не пригорал бисквит. Теперь нам нужно разбить яйца. Разбиваю яйца. Для пышного бисквита нам понадобится 5 яичек. Разбиваю 5 яичек. Яйца у меня домашние. Желтые-желтые. Взбиваю яички вилкой, чтобы получилась вот такая масса. 5 яичек белки с желтками взбила. Теперь добавляю сахарный песок. Здесь где-то примерно стакан сахарного песка. И взбиваю вместе с яйцами. Постепенно нужно добавить туда муку. Здесь у меня мука и овсяные хлопья вместе. Вот такое количество муки нам достаточно. Получится очень вкусный бисквит. Взбиваю яйца, сахар, овсяные хлопья. Теперь нам нужно в чашу мультиварки налить всю эту массу. Вот такая вот масса у меня получилась. И ставлю я эту чашу в мультиварочку. Теперь нам нужно закрыть мультиварку, поставить режим выпечка и время. Время будет час. Через час мой пышный бисквит будет готов. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся через час.